Друзья, всем привет! Сегодня объем работ большой. Думаю, есть что показать из интересного. Это у нас Hyundai Santa Fe, новая Америка, цвет ST2. Цвета такого еще нет в разработках ни у кого, чтобы даже близко к стыку подойти. Поэтому дуем в переход. Дверь целая в переход. Тут двери чуть больше повезло, она ремонтная, тоже в переход. Молдинги, стойки в переход, капот с двух сторон, бампер новый, но уже ремонтный. Гляньте, его снимаешь, с него решетка, а ему о-хо-хо, добрый вечер. И два крыла, БУ новые, непонятно, что с ними. Дело в том, что они как бы в катафорезе, но окрашенные чем-то белым, обрыганные, уже снизу ржавчина есть, поэтому... Кислотная салфетка, сейчас покажу пару моментов. Грунт по пластику, грунт мокрый по мокрому на эти детали. Грунтом мокрым по мокрому под пылю с миника протиры. Тут протиры, там на кузове. В общем, показываем, что нам нужно для работы. Сначала нанесем грунт по пластику. Потом возьмем салфетки кислотные. Вайп, так сказать, салфетки. Ими мы обработаем голый металл, открытый. Отгрунтуем все мокрый по мокрому. Пока пойдем делать краску, здесь все подсохнет. Поподтираем, что нужно, и будем окрашивать. LPH80, миник. Он у нас сегодня два раза будет в работе показан. То есть мы сейчас с него грунтуем. Праймер наносим. И с него же будем делать переходы. Я не знаю, как вот эту губежку красить, поскольку она кривая вся. На всякий случай сюда кинем. Тут есть. Теперь берем салфетосик. Он уже не первого использования. То есть салфетки работают реально долго. Как сказали технологи, его хватит примерно полностью два капота протереть. Салфетка пропитана активным составом, который один в один выполняет функцию как кислотный двухкомпонентный грунт. Преимущество этих салфеток: быстро, удобно, ничего не надо перемешивать. Достали салфетку, протерли ей, быстренько положили обратно, она еще поработает. Да, недороговастая, но по факту в пересчете времени я не развожу грунт, лишнего не вылью, я не мою пистолет, время не трачу, растворитель не трачу. По времени сушки 5 минут, то же самое как тут, так и там. И можно наносить грунт-наполнитель. Пока у меня подсыхает тут, подсыхает там, я сделаю продувочку ветряную. Двери пока что не открываю, они у меня почти оклеены. Ну, не открываю, сейчас буду грунтовать, чтобы, не дай бог, тут ничего лишнего мне не вытирать. Потом доклеюсь. Ух, короче, работы. Фух. Продуваю пока капот внутри.
Помыл миник, перелил сюда остаток грунта. Сейчас пройдем по подтирам, поработаем. Факел надо поменьше. Поддачу. Тут у меня все обезжирено предварительно. Ёшки-макарёшки. Сушка прошла. Беру ковокс 800-ку на огрызок мягкой подкладки. Леплю его и пройдемся, проверим, может где-то соринки. Они на вот особенно они на бамперах очень хорошо прилипают, потому что бампер имеет статику, и вон она. Дело в том, что это не соринка, это именно ворсинки. Долбанная статика бамперная. Грунт хорошо подтирается, когда просох. Высматривать ворсинки, соринки бесполезно, их надо выщупывать. Выщупывать, ладошку в перчатку засовываем, чтобы жирами не мазать. И проводим рукой. Рукой очень хорошо чувствуется. На взгляд ее не видно, можно пропустить. Зато потом ее будет видно под базой, как такая некрасивая сорина, которую вы уже никак не уберете. А начнете убирать, можете еще и дырку пробить. Вот. Ну так, сейчас пройдемся везде. Тут серым скотч-брайтом пройду. Чуть опыл уберу. Потому что так или иначе чуть-чуть опыльчик будет. Внутряк капота я открасил. Для внутряка капота у меня была тестовая краска, которую я подложки там, подложки эти, выкраски делал. Я ее использовал на подложку. Вовнутрь хватило полностью. Начал крыло прокрашивать, закончилось как раз. Прокрасил губу вот эту вот, потому что ее неудобно, потом она завернутая. И сейчас приступаем к открасу уже по плоскостям. Пойдемте начнем по кругу от двери, капот, бампер, два крыла. Хотя нет. Прошу прощения, начну с бампера прикрашивать, чтобы у меня остаток краски точно весь вышел. А что это такое? А, это у меня сильно полный стакан. Надо начать красить.
А теперь вокруг.
Все просохло. Сейчас идем обдуваем, протираем липкой салфеткой, особенно вот эти вот участки. Проверяем все и лачим. Лачить начну под капотку, придвину ближе, чтобы мне там ходить удобнее было. И пойду. Два крыла, дверь, бампер, с той стороны дверь, а потом капот. Потому что у меня вот тут вот утягивает последним, получается. Зона турбулентности. Очень невесело. Санек, включи свет! Очень, бляха, вовремя. Вырубила пробку. Внутри капота и по кругу. Ух. Жирно валит. We'll be right back.
но эти я не достану. Тут что смог достать, то достал. Не достану. Утонуло. Так, ну вроде бы и все. Шагер четкий. Лежит скотина. Шагер четкий, шагер красивый. Что тут у нас? Так, по переходу все норм будет. По потекам все норм. В плане, что их нет. Бревнышко. Ну, уже поздно. Надо будет полирнуть само собой. Без этого никуда. Тут все ровно. Ну, конечно, губа прикольная. Меня аж радует. Накружила сюда какой-то мелочи. Все. Теперь посмотрим, когда установимся на место. Полировка. И как оно там по цвету, по стыкам, шагрень и все остальное. Потому что многие пишут, что вот будет отдельно шагрень не совпадать с кузовными элементами. Посмотрим. Всем пока.